Всем привет и чудесного дня. Мы с Гусюлиными опять на прогулке с утречка. Подстригаем тут травку. Интересная тут травка растет вот с такими цветочками. Я не знаю, кто это, что это. Но цветочки очень красивые. Гуси ее не едят. Прелесть. Это вот другая трава. Такие цветочки, интересно. Что-то увидели, кого-то испугались. Что случилось у вас? Вы что ли наелись? А, зайки? Зайки домой идут? А? Зайки домой? Заводи тогда, Степа. Не надо тогда туда идти. Там собаки ходят. Что? Что такое? Что-то напугались, побежали. Наелись? Идите отдыхать тогда. И те шлепают. Наелись. Ну все, идите в тенечек, идите водички попейте и отдыхать. Степа идет. Степа, Степушка. Что вы там напугались? Расскажи, зайчик. У Степы так вот эта грудь и выделяется, когда он пострадал в борьбе с жуликом. Ты мой красавчик. Степа, красавчик? Ты тоже красавчик. Красавишна, да? Или красавчик? Да ты тоже моя зайка. Да. Что-то их там напугало. Что такое? Что? Может быть, кошки. Там обычно... Там заброшенная дача. И туда у нас ходит Тима и Ноча. И оттуда потом приносят нам то мышку показывают, то крыску. А вот кого они напугались сейчас? Здесь никого нету. Что такое? Домой пойдете? Да что ты шипишь? Идите. Так, надо тех завернуть. Сами зашли. Сами себе хозяева. Пойдемте, зайки. Пойдем. Ты мои зайчики. Красавчики мои. Мои белые тучки такие. Погуляли. Потом попозже еще раз выйдем.
Здесь у нас яблонька цветет. Ну, если все будет хорошо, то урожай яблок будет хороший. Это трава пустырника у нас растет. Как только отцветет или зацветет, можно будет собирать. Это аптека под ногами. Вот. Я уже снимала вам видео про эту траву. Ее очень много. Она раскидывает семена и растут прям пучками вот такими. Вот уже боремся с ней, но смысла нету бороться. Вот такая травка у нас в огороде. Ее тоже гуси не едят. Вот ее уже косить нужно. Не знаю, это пастушья сумка или, может быть, какая другая трава. Ну, похоже на пастушью сумку. Тоже лекарственное растение. А вот здесь вот в малиннике в нашем выросла валерьяна. Если взять листик и вот так потереть, то запаха нету. Травянистый такой запах. Ну а вот если выдернуть корешок, то он будет пахнуть валерьянкой. То лекарство, которое мы употребляем для успокоения. Клоп. Клопушка. В этом году малины много. Поросли много. Будем ждать урожай. Некоторые рассадим. Вот. Рядочками направим. А сейчас пока здесь у нас собраны хорошие сорта. Как называется, не знаю, но сама ягода крупная, сладкая такая. Поэтому ничего в этом году не убираем. Подождем. А потом, может быть, осенью или следующей весной мы все это рассадим. А у соседей по участку чистотел цветет. Вот такие желтенькие цветочки красивые. Тоже очень полезная травка. Даже вот эта колючка, на первый взгляд, такая не очень приятная. Это и то целебное растение. Я не помню, то ли она расторопша, или как-то по-другому она называется. Это надо посмотреть в справочнике в аптечном или еще где информацию об этой травке. Но она тоже очень целебная. А сюда мы перенесли кустик ёшты. Она у нас там сидела в не очень хорошем месте. Она там мешалась нам. Вот. На ней уже даже есть ягодки. Мы ее посадили сюда на солнышко, но здесь у нас постоянно вода к ней подходит. И она будет постоянно влажная. Это зимой покупали чеснок. Вот и остался. Ну и сюда высадили.
Вот. Можно будет зелень подстричь и цыплят накормить. Очень полезно будет. С укропчиком вместе растет. Это у нас в прошлом году мы посадили смородину, привозили кустики. Вот. Уже какие большие стали. И вот это тоже кустик смородины. А это куст у нас бузины черный. Она у нас везде растет. Вот второй куст. А там возле дома прям большой куст. Это тоже целебное растение. И ягоды у нее целебные. Вот, и сама она. Хотя, знаете, народное ее название очень даже такое неприглядное, да, чертово дерево, что под ним спать нельзя. Ну, такие народные приметы говорю. Это у нас черная смородинка. Уже ягодки есть. Вот это дерево, тоже я про него снимала видео. В общем, очень-то какое-то интересное, даже я не знаю, что это за дерево. Вот оно цветет сейчас, но на нем нету плодов. Что это за дерево? И когда я искала информацию, что это все-таки за дерево, и нашла такое, что вот эта кора от этого дерева, она очень полезная. Она хорошо помогает от поноса. Вот такое вот дерево. Плодов нет, ешьте кору. Такая вот у нас здесь интересная аптека растет. Малина, вы сами знаете, что она тоже очень полезная. И листья полезные в чай заваривать. И сама ягода полезная. А эта яблонька уже у нас отцвела. Вот. Вкусное яблоко, раннее. Тоже яблочки завязались. Грязная будет. Но она... Все яблочки до конца, до самого доспелости не довисят. Она часть скинет. Вот еще бутончик не распустился. Яблок будет в этом году. Будем варенье варить, сушить. Здесь у нас старые куклы вешенок. Дожди были, их намочили. Я их просто в землю воткнула. И смотрите, грибы выросли. Вот. А здесь какой-то другой гриб вырос уже. Они конкурируют, вешенки конкурируют с другими грибами. Ну, вот, и вот такая вот здесь. Вот такое тут подселение. А здесь еще кукла стоит тоже. Смотрите, грибочки. Интересно. А здесь лучок, который пророс с зимой. Мы его тоже навтыкали в землю. И цыплятам режем потихоньку. Что, господа, вы нашли веточку дикого винограда? Или как еще его называют? Девичий виноград. Кто хоть один раз его посадил в огороде, знает, что это за зараза такая.
Он растет. Это кошмар везде. Веточка упала, прорастает. Корешок прорастает. С ним бороться невозможно. Вот мои гусики. Да, они мне помогают бороться с ним. Вкусный. Я им обрываю молодые веточки. И они их с удовольствием поедают. А здесь у нас пень. По всей видимости, старая яблоня была. Вот. Ну, ее облюбовали здесь вот такие грибы. Не знаю, что это за грибы. Может, какие-то древесные. Ну, в общем, как-то они интересно растут вот на ножках. Обычно вот эти трутовики, они присоединяются как-то к коре вот так вот и растут. А это нет, эти на ножках. Пусть лежат. И они еще и внутри. Нравится им там. Да, мои красавчики. Здесь наши красавчики уже вон такие большие. Да. Ты мои зайки. Пить захотели. У нас пасмурно. Но как-то душновато на улице. Да, мои зайчики. Да, мои кросички. У одного цыпленочка. Вот у него почему-то кривой клювик. Не было такого. Где уж он так его поранил, что он стал у него таким. И вообще, можно ли исправить уже, ну, поправить как-то его, вправить? Не знаю. Ну, пока кушает, растет, водичку пьет. Никто его здесь не обижает. Да, да, да. Да, мои зайчики. Ну, а всем, кому понравилось наше видео, подпишитесь на наш канал. Напишите комментарий. Поставьте пальчик вверх. Всем чудесного дня. Оставайтесь с нами. И мои крошатулины. Так пить хотят. Такие интересные. Вот Егозы, с таким удовольствием они водичку пьют, аж глазки закрывает. Вкусная водичка, да, вкусная водичка. Вчера мы им пропоечку от кокцидиоза сделали. Да, да, да. Поменяешь корм, поносить начинают. Ну, сегодня они хороший, дорогой корм кушают, питательный, после пропоечки. И пить хотят. Надо посмотреть, как теперь они какают. Вот жизнь колхозника, да? Подсматривать, кто сколько какает и как какает. Вот и мои зайки. Молодцы, молодцы. Водичку пьют. Красивые мне так нравятся эти курочки. И курочки, и петюшечки тут нравятся.